Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики нашего канала. Это рубрика «Мужская кухня». Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом, как я готовлю маринованное филе скумбрии. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для приготовления данного рецепта нам понадобится филе скумбрии. У меня уже оно подготовленное. Скумбрии атлантической. Один лимон, одна луковица, лавровый лист, кориандр с зернами, душистый перец, соль, сахар, красный перец паприка, черный молотый перец и молотый кориандр. Приступаем готовить. Для приготовления рассола я беру литр горячей воды, которую я закипятил. Добавляю в эту воду соль и сахар. Также добавляю в эту воду подготовленные специи. Это красный молотый перец паприка, черный молотый перец и молотый кориандр. Тщательно все размешиваем и выносим в прохладное место для остывания до комнатной температуры. Берем гастроемкость, на дно ложим листья лаврового листа, филе скумбрии. Итак, маринад остыл. Вот так он сейчас выглядит. Заливаем подготовленное филе скумбрии. Важно, чтобы маринад был комнатной температуры, чтобы он не был горячий. И оставляем эту скумбрию на 20 часов. Залил я скумбрию филе маринадом. Я накрываю бумажным полотенцем, чтобы верх не заветривался. И закрываю все пленкой. И, как говорил я, убираю в прохладное место на 20 часов. Через 20 часов для вас время пройдет незаметно. Итак, прошло 20 часов. Филе скумбрии просолилось, замариновалось. Сейчас мы его открываем. Очень такой приятный пряный запах. Итак, следующий шаг. Я достал из гастроемкости всю скумбрию филе. Переложил ее бумажными полотенцами. Вот так она выглядит. И сейчас я буду нарезать это филе. Для филе я подготовил вот такую вот пластиковую емкость, на дно которой я ложу лавровый лист. Высыпаю сюда кориандр и душистый перец, зернышки. Сюда я буду сверху вылаживать филе. Вот так вот получилось у меня в контейнере. Если развернуть его на донышке, где-то вот так оно выглядит красиво, презентабельно. И сейчас я буду нарезать лук. Сверху укладывать здесь слоем лука полукольцами. Выдавливаем пол лимона. Так вот, пол лимона мы выдавливаем сок. После того, как выдавили сок, на эту часть филе берем немножко, совсем чуть-чуть того рассола, в котором она у нас
мариновалась. Буквально, чтобы только немножко покрыло. Все готово. Теперь накрываем крышечкой. Вот, и убираем в холодильник. Вот так она выглядит шикарно. Вот. Я думаю, кто попробует приготовить по этому рецепту, достойно оценит вкус данной скумбрии. Все готово. Листики с рассола можно накрывать крышечкой и убирать в холодильник. Итак, мои хорошие, подводим итог. Вот такое получилось у меня филе скумбрии маринованное. Это очень достойный рецепт. Попробуйте приготовить его и вы, не пожалеете. Достойное блюдо праздничному столу. Попробуйте, и сразу вы оцените вкус данного маринада. Спасибо, что были со мной, досмотрели до конца. Ставьте пальчики вверх, кому понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Нажимайте на колокольчик, потому что впереди еще будет много интересного видео про скумбрию. До новых встреч, всем пока-пока!